До 14 июня продлен срок приема документов на соискание ежемесячных государственных стипендий для выдающихся деятелей литературы и искусства Чувашии. Директор Национального музея, член комиссии по назначению государственных стипендий Ирина Меньшикова напомнила, кто может стать соискателем. Документы могут подавать организации, творческие союзы, это могут сделать коллективы творческие, это могут сделать трудовые коллективы или какие-то общественные организации на активных выдающихся деятелей литературы и искусства. Это могут быть актеры-исполнители, это могут быть художники разных категорий, скульпторы, допустим, да, живописцы, это могут быть и поэты-писатели, то есть все, кто работает в сфере искусства и литературы, эти документы могут подать. К творческим деятелям в области музыкального искусства это тоже относится. Документы можно подавать в Министерство культуры, в отдел профессионального искусства и народного творчества. Принимаются они с 10 до 5 часов, то есть это время работы Министерства культуры. Более подробную информацию со списком документов, которые необходимо подготовить, можно ознакомиться на сайте Министерства культуры.